капустин. Других в кукурузе. Или в тыквенной грядке. Иногда может в клюве принести даже аист. А вот меня в мамином животике нашел доктор. Родился. Во-первых, сын, дочь. Два сына. Здравствуйте. У тебя двойня? А? Двойня? Ну, да, два пацана родилось. Поздравляю вообще. Спасибо. Как назвал? Сан Саныч, Павел Саныч. Так, ну немножко расскажи о них. Рост, вес у одного, у второго. 3,401, другой 3,300. 52 сантиметра оба. 52 оба. На 100 грамм. Разница, да? Ну, да. Короче, только. 10 минут разница. Ну, говори. Теперь слова благодарности, что ты скажешь свои. У тебя двойная радость. Да. Жена у меня огромный молодец. Все до конца жизни надо на руках носить. Ну, на одной руке одного и на второй другого, да? Да, жену на шею. А жену на шею и вперед. Ну, коляску купил двойной такой. Все, все, молодцы. Все уже приобрели. Ну, супер, все. Укрыли снегом ангелы владения свои, сосульками украсили все крыши. И сонной паутинкой, обойдя вокруг земли, опутали девчонок и мальчишек. А лялечка в конвертике совсем не хочет спать, и розовые шарики считает. А слоник с бегемотиком на лялечку глядят, колыбельку звездочки бросают, и в колыбельку звездочки бросают. Метель сплетает за окном ног из детских грез, а я тот день чудесный вспоминаю, когда нам эту лялечку в конвертике принес один большой и очень важный аист. А лялечка в конвертике совсем не хочет спать, и розовые шарики считает. А слоник с бегемотиком на лялечку глядят, и в колыбельку звездочки бросают. Все лялечки в конвертиках, конечно же, растут, как елочки среди деревьев хвойных. Хочу я, чтоб у лялечки был выбран верный путь, и чтоб всегда-всегда спалось спокойно. А лялечка в конвертике совсем не хочет спать, и розовые шарики считает. А слоник с бегемотиком на лялечку глядят, и в колыбельку звездочки в
бросают. А лялечка в конвертике совсем не хочет спать и розовые шарики считает. А слоник с бегемотиком на лялечку глядят и в колыбельку звездочки бросают. И в колыбельку звездочки бросают. И в колыбельку звездочки бросают. Еще совсем малюсенькие ножки, еще совсем не ходят по дорожке, и все друзья, увидев, замечают глаза, похожи на папу. Но если неприятности коснутся, ему лишь только стоит улыбнуться. Мой родной сынок. Папа один или с кем-то? С группой поддержки есть? Группа поддержки, да. Кто, дед есть? Какой? Дедушка есть. Ну, все, и, деду и брат есть. Деду подарим. Ну, как бы, папа. Раз, два, три. Так, ну что, маму поздравляем? Давайте поздравляем. Я сейчас их отдельно. Тебе садиться можно? Садитесь тогда сюда. Вы что, дядя, будете?
брать? Да, берите, разбирайте. Ты уже различаешь? Сам различаешь? Уже различаю. Так, ну мы тебе желать больше никого не будем. Или пожелать еще кого-то. Так, Рудуму что скажешь? До свидания или прощай? Еще за одним придете? За девочкой. Да, супер, молодец. За тремя все говорят. У нас в России же места не хватает. А ну прекратите это. Давайте все вместе. Ребят, поздравляю вас с рождением малыша, очередного, малышей. Крикнем три раза ура по моей команде. Раз, два, три. Ура! Но самое главное, не болейте, все, подымайте. А первого пусть не я. Что мне надеть?